В Елисейском дворце подтвердили, оба мистрали, построенные изначально для России, купит Египет. Сумма сделки не разглашается. По словам правительства, французская казна не понесет потерь в результате расторжения договора с нашей страной и последующей продажи вертолетоносцев. По предварительным оценкам, переоснащение и демонтаж российского оборудования обойдется более чем в 300 миллионов евро. Помимо этого, Франция должна выплатить России почти 950 миллионов евро, включая компенсации. Окончательную смету должен утвердить на следующей неделе Сенат. Париж не имеет права перепродавать корабли до тех пор, пока выплаты не произведены. К тому же у Москвы есть право заблокировать сделку, если страна-покупатель ее не устроит.